Дон Ильин, это Агафонов Игорь, председатель управления региональной общественной организации экологического Санкт-Петербурга, главный редактор газеты экологического Санкт-Петербурга. Лауреат премии за правду и справедливость от Всероссийского народного фронта. Сегодня только что состоялся мирный форум. Встреча прошла с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, нахожусь под очень большим впечатлением. Считаю, что свою задачу форум выполняет. Он дает возможность журналистам проводить независимые расследования и доводить их до самого верха. То есть надо никому не бояться, надо идти расследовать, смотреть, где нарушается законодательство, где конкретно чиновники, где можно защитить в том числе и нашу окружающую среду. Это что касается экологии, где кто гадит в речку или в лес. И совершенно результативно и очень оперативно вопрос о всех общероссийским народным фронтом решать. Здесь внутри это видно очень хорошо. Есть несколько центров общероссийского народного фронта по разным направлениям, за честные закупки, за защиту леса и так далее. То есть каждый можно по своим вопросам обратиться и получить оперативную рекомендацию и очень быстро получить отдачку. Все, спасибо. Игорь, можно еще один вопрос и ваше представление повторить? Скажите, вот из задаваемых президенту вопросов, какой бы вы отметили? Слушайте, из задаваемых президенту вопросов я бы отметил, и порадовался бы тому, что вот когда задавали даже не один какой-то вопрос, а те вопросы, которые шли из глубинки, от конкретных местных региональных СМИ, от конкретных журналистов, которые просили решить те вопросы, которые у них не решаются. Особенно мне вот затронул здесь вопрос по поводу 74-летнего правозащитника, который был убит, и убийцу приговорили к условному сроку. Ну, это вообще убийщик, конечно, безобразие. И я рад, что люди могут поставить перед президентом даже такие вопросы, и я уверен, что они будут решаться. Кстати, специально для журнала «Это град» Агафонов Игорь и Калистов Александр Мудрый. Алло.